Всем привет на нашей дачной кухне. Сегодня я хочу вам показать рецепт такого быстрого куриного супа, и при этом он будет овощным. Для дачи супер универсальный рецепт, готовится быстро, но его можно готовить и дома. Для тех, кто, вот, допустим, приезжает к вам в гости, быстро накормить супом легким на основе куриного нашего мяса. В общем, рецепт бомбейский. Смотрите, запоминайте. Нарезаем мясо куриное. Ну, у меня бедра. Можно брать целую курицу, обрезать на суп и готовить еще что-то. Что, вырезаем кости, потому что у нас будет быстрый бульон, быстрый суп. Нарезаем вот такими кусочками. То есть они сразу порционные, что потом в тарелочку, и уже не надо будет с ним ничего выдумывать, очищать, еще что-то делать. То есть у нас сразу мясо готовое на порции. И кости нам не надо. Вот смысл в чем, чтобы нам надо обрезать кости. Вот это пусть все будет, потому что навар все-таки должен быть. Кости не успеют вывариться. У нас же быстрый суп. Нам же надо гостей накормить, которые к нам приехали на дачу. И чтобы было сытно. Нарезали курицу маленькими кусочками. Тут у нас овощной набор. Кабачок, перчик, картошка, морковка, две луковички, фасоль. Все, что собрано на даче, все у нас идет в наш сегодняшний суп. Значит, ставим наш казанок на огонь. Наливаем масло. Нестандартно, да, для супа. А поэтому у нас и быстрый суп. И сразу забрасываем курицу. Сейчас вы скажете, так что ж это за суп, если это тушеная курица? А, нет, вот весь-то вам и секрет. Пока у нас курица сейчас будет чуть-чуть обжариваться, можно нарезать овощи. Я нарезаю, буду все маленькими кубиками. Вот как оно должно быть в супе. Кому как нравится. Нравится крупными, нарезайте крупными. Но чем мельче мы нарежем овощи, тем быстрее у нас сварится суп. Так, курица наша вот так вот схватилась. Красота. Теперь сразу у нас нарезанные кубиками корнеплоды, картошка, морковка, лук. Все туда отправляем. Прекрасно. И нарезаем, сейчас перемешаем. Закрываем крышкой. Нарезаем дальше наш кабачок. Кабачок и перец. А вообще-то все, что у вас наросло на даче. Там сельдерей, еще какие овощи есть, капуста. Все туда. Пока нарезали кабачок, сразу отправляем его сюда же. Ничего не ждем. Перемешиваем. Варим щепочку. Что нам ждать? У нас гости за столом сидят. Классно. Вот так. Сейчас кабачок отдаст свою влагу. Не солим, ничего не делаем. Закрываем. Побежали нарезать перец. Тоже кубиками. Вот так это выглядит. В исполнении супа. Туда же перец отправляем. Туда же отправляем фасоль, что собрано. Все это дело перемешиваем. Вот так оно заиграло цветом. Самое время добавить воды. Так, добавляем воду. Ну что, у нас должен быть суп, поэтому воды добавляем много. Хотите рагу? Добавляем воды меньше.
Все. И все. Осталось буквально. Закипает. Закипают овощи, сразу готовы, потому что они все молодые, все собраны с дачи. Курица у нас обжаренная, не сырая. Вот вам почти суп готов. 15 минут и все накормлены. Бачите, який у мене рецепт? Де це таке бачу? Не де? Кипить наш суп. 10 минут ми його не трогали. Красота. Все уже готово. Овощи готовы. Мясо у нас обжарилось. Сразу оно готово. Пенки не было. Бульон красивый, овощной. Значит, что нам не хватает? Надо посолить. Мы не солили. Значит, мы посолим сейчас, чтобы овощи взяли соль и мясо. Попробуем на вкус потом обязательно. Ну и чтобы у нас это было абсолютно супом. И он был у нас более калорийный, потому что тут у нас одни овощи. Нам надо насыпать чуть-чуть крупы. Крупу берите любую, какую любите, какую любят там дети, кто у вас. У меня зеленая гречка. Мы ее буквально немного, чтобы это не стало кашей. Но без крупы никакой супом не будет супа. И вот так, буквально две жменьки кинули. Она сейчас чуть-чуть разварится. Она даст консистенцию супа. Такое возьмет на себя крахмальное состояние. Ну, у нас это должно и связать наш суп. Сейчас пробуем на соль. Можно снимать. Специи по вкусу. Но когда у нас вкусные дачные овощи, специй никаких не хочется. Это испортит нам. Со специями будьте аккуратны. Не надо сыпать все подряд. Так, ну что, снимаем наш суп. Отправляем сюда пучок петрушки. Что еще надо для вкуса летнего дачного? Вот наш быстрый суп и мяско порционно, и все овощи собраны тут же, и все накормлены. Закроем буквально на 5 минут, чтобы он настоялся и крупа разварилась, и будем пробовать с вами. Самое время. 5 минут прошло. Сил терпеть никаких нету уже. О, посмотрите, какая красота. Ну, это же вообще... Ой. Ну что, насыпаем, пока никто не прибежал и не забрал у нас эту вкусноту. Курица уже порциями. Ничего не надо придумывать. Курица готова. Вон даже осы пришли на этот запах. Так, я даже вот так поставлю и буду пробовать. О, на своей дачной кухне, пока никто не видит. Так, ну что, смотрите, 15 минут и суп готов. Все на месте, бульон. И овощи, и мясо сразу, все приготовилось. Ну что еще надо для компании, которая голодная? То есть у вас за 15 минут готовый суп. Готовьте. Очень клевый рецепт. Дома я точно так же готовлю. Только в кастрюлю наливаю масло, и вся та же процедура по этой же схеме. И ничего выдумывать не надо. Вот ваши полезные и настоящие супы готовы. Всем пока. Приходите на наш дачный канал, на нашу дачную кухню. Будем удивлять еще своими рецептами.